Да, скорее всего, уже не увидим мы забитых мячей. Или... Ох, ну если бы сейчас еще забил Попов, это было бы что-то невероятное. Но шанс еще есть у Чертанова. Удар будет? Удара не будет, но атака продолжается. Ее поддерживает капитан Бартасевич. Навес. И вот это шанс. Да. Чертанова в концовке мог выиграть. Мог. Подряд дважды спас вратарь. Сейчас каркас ворот. В общем, в концовке Чертанова был гораздо острее и ближе к победе. Но надо моменты реализовывать. А так 0-0. Металлург набирает 14 очков, Чертанова 12.